Петербург сегодня пришла Надежда. И сразу за ней город закрыл морские ворота. Петербургская дамба инспектирует все свои механизмы. И самый важный из них – судопропускное сооружение номер 2. Это главный фарватер, по которому из Финского залива корабли проходят в Невскую губу. Инженеры сегодня маневрируют ботопортами. Ботопорт переводит с французского «судно-дверь». И вот этот перевод наилучшим образом раскрывает принцип работы, защиты на данном сооружении. Потому что эта конструкция на плаву, как корабль, может передвигаться, а потом, когда необходимо, срабатывает принцип подводной лодки. Некоторые секции ботопорта полые затапливаются. Маневрирование – процесс сложный и занимает минут 40. Для наглядности мы немного ускорим происходящее. Вот так огромные створки закрывают путь на гонной волне. Дамба способна выдержать 7-метровый подъем воды. Такие катаклизмы, по оценкам экспертов, случаются лишь раз в 1000 лет. Наводнения гораздо чаще. Последний раз комплекс защитных сооружений Петербурга задействовали в январе этого года. Предсказать наводнение заранее невозможно. Все зависит от западного ветра и атлантических циклонов. Поэтому готовность постоянная и дважды в год, весной и осенью, инспекция. Осень – самое серьезное испытание, потому что идет полоса наводнения, обычно это осенью и начало зимы, ну, бывает до конца зимы. Поэтому сейчас нужно испытать, чтобы все у нас работало хорошо. И это основной затвор, который, если он не сработает, то будет малоэффективная защита города от наводнения. Кульминация испытаний. Ботопорты сошлись, оставив минимальный зазор. Во время реального наводнения створки пускаются на порог канала и останавливают нагонную волну. Но сегодня это делать нецелесообразно. Вода идет совсем с другой стороны. Лишние нагрузки, говорят инженеры, ботопортам ни к чему. Все работает, и для инспекции этого достаточно. Если парусник снова идет в море, в Петербурге все равно останется. Даже не надежда, а уверенность. Город может жить спокойно. Жанна Скворцова, Александр Глебов и Галина Роменская. Вести, Петербург.